Мы находимся на вокзальном шоссе. Здесь произошло такое странное дорожно-транспортное происшествие. КамАЗ, который двигался в сторону центра города, вот здесь на светофоре неожиданно то ли подскочил на яме, то ли что с ним произошло, и один из двух прицепов просто лопнул, и из него высыпался груз. Это какое-то зерно. Высыпалось оно на проезжую часть. А КамАЗист вообще в первые секунды не понял, что произошло, и проехала дальше аж до остановки. Потом он вынужден был вернуться и здесь подметал это все зерно, чтобы могли машины двигаться. Ну, то есть бедняга, все жалеют КамАЗиста. Наверное, он в убытке.